Здравствуйте, с вами Олегыч, и вы на канале Олегыч Геймс. Мы продолжаем игру Биошок. Так, посмотрим, что тут за улучшение оружия можно делать. Честно говоря, даже не знаю, что лучше увеличивать. Убойная сила гранатомета. Оу-е. А что оно будет стоить, интересно? Убойная сила дробовика. Ага, все, это бесплатно. Ёптеля, я думал, что будет стоить какие-то деньги. Класс. Так, патронов мало. Тут тоже не густо. Автомат. А ну подождите, дайте гляну, что тут у нас. 3,8, понятно, тут. Жопа. Да, с патронами у нас, конечно... Не очень. Надо сейчас где-то что-то покупать. Давайте глянем по карте, что у нас там. Отсюда мы присыпали. Какая-то дорога здесь есть. Так, а тут что у нас? О! Ну, это уже неплохо. Патрончики всегда нужны. Так, тут мы были. Сейчас глянем, что тут. Ты не можешь все бросить. Фонтейн отыщет тебя. К черту Фонтейна. Фонтейна никто не может позвать к черту. Он сам всех туда посылает. Понятно. А вот и проход мы нашли. Пустые ящики, аж неинтересно. Еще нигде ничего нет? Какая-то жесть. Так, это что? Ага, это вот эта вот дорога. Давайте глянем, что в этой шахте. Отлично. Дальше плыть будет легко. А я встречу тебя на месте. Да? Чё, мы уже всю эту карту так облазили? Нихерище себе. Да, действительно. Так, логово контрабандистов. Какая-то новая локация. Даже не надо было на этом батискафе нам плыть. Так, новая территория. Игра сохранена. Это приятно. А что нам тут делать? Ага, надо найти подлодку. А, так это сейчас все быстро будет сделано, наверное. А это что было? Я рядом с бухтой субмарин, но не могу в нее попасть. Мне нужна твоя помощь. Моя семья уже совсем близко. В какой-то сотне ярдов. Понял, разберемся. Так, хорошо, что здесь можно, если что, сохраниться. Так. Новое сохранение. Это автоматически было. Давайте сюда. Так. Так. Тут где-то его семья должна быть. Ой, буханул слегонца. Так, генные модификации менять нам пока не надо. Так, тут ничего. Курнули. Намек я понял. Все к чертовой матери разлетелось.
все сюда спустились. Ждали, что станем вроде как звеньями великой цепи. Только цепь самого Райна оказалась из золота, а наша такая с большим железным ядром на лодыжке. Он сейчас в форте веселый, с модными модельками развлекается. А мы тут в этой выгребной яме потрошим рыбу. Фонтейн обещал нам кое-что получше. Он же вроде как один из нас. Ты знаешь, сам себе на хлеб зарабатывал. Он велел к 11 часам подходить на рыбный склад. Я схожу и пару человек прихвачу с собой. Уж-то уж, все равно некуда. Так, тут ничего интересного. Это мы берем. Что это за двигло такое? Так, правильно я иду. Какой-то мертвый. Револьвер возьму. Найти подлодки. Нажми на кнопку там, в будке управления, и впусти меня. Думаю, нам пора пожать руки и познакомиться. Без проблем. Ты развлекся, но теперь довольна. Если нажмешь эту кнопку, то узнаешь, как я поступаю со своими врагами. Ой, не пугай меня. Если нажмешь на эту кнопку... Хороший кораблик. О, сохраниться и можно. Так, давайте тут еще раз сохранимся. Так. Мне же интересно. Я помню, что что-то будет, а вот что уже не могу вспомнить. Надо на кнопку нажать. Я хочу здесь все посмотреть. Интересного. Давайте еще здесь сейчас осмотримся. Так. Все утро провел с этой немкой ученой. Конечно, чокнутая на всю голову. Прямо как все эти, которых освобождали из концлагерей. Но она свое дело знает. С ней я столько денег буду зашибать, что Райну и не снилось. Ей просто надо подбросить кое-чего для начала работ. Ну и поставить кого-нибудь, кто бы за ней присматривал. Ты слышишь мою семью в субмарине? Хоть какой-нибудь шум? Пока ничего не слышу. Честно говоря. Так, давайте тогда на ту кнопку нажмем уже, которую он хотел там. Или рычаг там, ни хрен поймешь. Тут мы все пособирали. Что теперь? Ты там что, замыкание устроил? Ни черта не видно в этой будке. Еще секунду, и я вытащу тебя оттуда. Мойра, ты меня слышишь, родная? Опа. Если бы ты мог что-то сделать, а не просто стоять тут и смотреть, как он умрет.
ты ёлки. Подводные лодки. У него пленка кончается. Иди! Сколько их тут, блядь? Так. Оп, ёптель. Ты пробрался сюда как наемный убийца, а затем выбираешься обратно в тихую как вор. Ты не срывушник. Так кто ты такой? Зачем ты сюда пришел? Есть два способа решить загадку. Найти ответ или убрать ее совсем. Да, семья погибла, этого Атласа. Беги! Беги и проберись в Аркадию! Господи Иисусе! Так, тут вроде ничего интересного. Так, о! Ирландский хрях предложил мне сделку. Я им ставлю фонтейны, и они меня отпускают. Вот так запросто. Только откуда мне знать, что этот толстяк сам не работает на фонтейна? Откуда мне знать, что... Так, Аркадия. Ага, модернизирую свое оружие. Ну, это я буду делать, по-любому улучшать урон. Так, игра сохранена. Тихо, спокойно все. Мойра, Патрик, в этом весь Райл. Дождался, пока мы почти выбрались, а потом дернул за веревочку. Мы найдем этого подлеца, найдем и вырвем его сердце. Я пришел сюда, чтобы достичь невозможного. Ты пришел украсть то, что не способен создать точно сметенный Гунуврат Рима. Давайте тут сохранимся. Так, Аркадия. Довольно большая, наверное, должна быть тут территория. Даже воздух, которым ты дышишь, это ух, я за него ёб твою мать. Ну, дыши глубже, чтобы потом вспоминать его вкус. Реально большая. Доберись на пологих холмах. Она тебя хоть к черту на рога доставит. И тогда по всем долгам будет уплачена сполна. О, как тут все зелененькое. Чайный сад. Так, ага, вот тут можно что-то посмотреть. А, понял. Попасть на станцию метро. Видите, как я тут допёр. Это радует. Так, ящик контрабандиста. Это все берем. Это что за могилка?
Жидкий азот. Что это будет? Так, попасть на станцию метро. Ну, хорошо, попадем. Так, тут закрыто. Это великая цепь. Не знаю, что это за херотень. Тут то же самое. Так, сколько здесь? Ага, только две здесь эти подруги. Нет, я не могу тебе помочь. Боже, кто-нибудь, помогите! Давайте глянем, куда нам лучше идти. А, или тут без разницы. Получается, что без разницы. Они повсюду! Ух ты, смотрите, где я очутился. Это небольшая территория. А, новички еще исчезают. Тут наверху. Хорошо, он хапнул, блядь, от дробовичка. Ага, теперь я уже здесь очутился. Понял. Интересно. До свидания. Так, теперь тут надо смотреться. Они вечно с протянутой рукой. Эти люди, конечно, любят музыку и песни, но они такие ленивые. Пропись на ничтожество. Спасибо, что пришел. Пожалуйста. Спасибо, что пришел. Надоед. Так, давайте тут все быстренько обыщем. Понял, надо сначала здесь осмотреться. Генные модификации. Не хочу менять. Сегодня Аркадия была закрыта для всех, кроме посетителей с деньгами. Этот человек нанимает меня вырастить лес на дне океана, а затем превращает прогулку почище в роскошь. Райан спросил, разве крестьянин не должен продавать то, что вырастил? Разве гончар не должен получать прибыль за свои горшки? Я начала было с ним спорить, но затем вспомнила, кто подписывает мне чеки. Плохо быть лицемером, конечно, но безработным лицемером еще хуже. Так. Я тебя порежу! Не смей меня! Это что было? А где это я? Ага, это я уже внутри. Так, это где я? Oh,
Так, что делать с этим пулеметом там, который... Собрали. Дохлая кошка. Смотрите-ка на него. Ага, может это с той стороны сейчас смогу попасть сюда. Сначала нам надо там осмотреться. Так, давайте взломаем эту херотень. Штриха, а вот. Так, что-то можно купить. Ну, неплохо. Так, переходим на дробовик. Все, я уже понял, где это я. Глянем, что тут. Нахер пошел. Что-то я никого не вижу. Вот здесь кого-то закапывали. До свидания. Так.
Так, точно я тут все смотрел? Что у нас по карте? А, отдельный тут кусок территории. Так, что тут у нас? Кто-то болтает, да? Они идут! Наш дом! Наш! Так, все собираем, что здесь есть. Это что у нас? Универсальный конвектор. А что он дает? Быстро тут хреначит. Автозломщик. А, я понял. Можно с этих вот вещей брать себе что-то. Ничего себе. Автозломщик берем. Да, круто. Я уже и забыл, что здесь такая шняшка есть. Ох, тут еще и тут что-то у нас. Не, ну надо все проверять. Так, может тут что-то еще интересное. Воюет. Так, надо переключаться на вот это. Есть. Пожалуйста, вставайте, мистер Баллс. Прошу вас. Так, давайте спасем эту подругу. Нет, нет, нет. Блять, у нас вообще уже патронов не осталось. Ты спас малышек, хотя мог проявить жестокость. Я кое-что передам тебе в знак благодарности. Да, спасибо. Спасибо. Спасибо вам большое. Ага, вот есть. Ух, отлично. Давайте тут сохранимся. Так, Аркадия, хорошо. Так, так, так. Вот так делаем. Здесь заворачиваем. Так, а где вверх? Что-то есть? Так, давайте полечимся. Бабло есть, проблем нет. О, нам оставили подарок. Новый инженерный тоник «Медвежатник». Одно из самых популярных предложений суперхакера. «Медвежатник» дает вам доступ повсюду, как вы хотели бы воспринимать его прямо сейчас. Так, еще раз, что он там делает?
кодовых замков. Блин. Время спать, ангелочек. Да-да, иди поспи. Так, а что у нас модифицировать можно? Итак, ячейка физического тоника. Ой, вот это мне надо. Да, спасибо. Так, что еще у нас тут? Боевой тоник, улучшение здоровья, может быть? Можно. Так. Все. Больше ни хрена у нас нету. Даже сохраниться тут на всякий случай. Так, и давайте глянем, где мы находимся вообще. Мы тут что-то такой шмат территории прошли. Здоровенный. Нет, мы здесь проходили, все правильно. Хочу себя перепроверить просто. Пошел нахер. Так, а это где я? Голова кружится, подташнивает, а временами вижу то, чего на самом деле нет. Это передозировка плазмидов, Мэри. Тебе просто надо немного меньше их употреблять. Это да. И опомниться не успеешь, станешь как новенькая. Не забывай, кто помалу берет, тот счастливым живет. Так, хорошо, попал тут какое-то место. А, можно взломать. Так, тут больше вроде бы ничего и нету. Ага, здесь еще какая-то скрытая комната. Так, видите, не зря сюда я сапанул. Так, давайте взломаем. Так. О. Нормуль. Так, а что нам вообще надо? Так, патроны для... Это пусть будет. О! С пестиком полазим. Так, давайте еще тут осмотрим, что у нас есть. Тут реально до хрена где есть. Ладно. Че? Хитрая морда, блядь.
До свидания. Так, это мне не надо. А вот это можно. Так. Так, что мы можем приобрести? Вот это можем приобрести. Так, больше тут ни черта нету. Так. Сука. Добегался. Это я уже сюда вернулся, понял. Так, давайте глянем, как оно тут вообще все. Ага, отсюда можно сюда попасть еще. Понятно. Ты, конечно, любит музыку и песни. Стой! Не волнуйся, я профессионал. Я пришлю слугу, и он тебя поколотит. Опа. Пологие холмы вон там, и там же батисферная станция. Оттуда прямиком к Райну. Есть, убрали этого говнючка. Менять модификации мне не хочется. Ага, я бы вот хотел вот сюда просто переместиться. Сюда приходят за мечтой. Так, можно взломать. Давайте взломаем. Это я нарвал. Жесть, вот это меня порвали здесь, как тузик грелку, блядь.
Ёб твою мать. Да, там тяжко было. Еще и денег мало у нас, кстати. Так, а где это мы попали в такой просак? А, я уже понял, где. Так, это все понятно. Где-то я нахожусь. А, вижу. Нахер пошло. Свидание. А это что за дверь? А, это просто какая-то дверька, да? Опять мертвый кот. Не знаю, что он тут делает. И его бандиты. Грегори, не надо мне жаловаться на силу рынка. И не жди, что я стану карать граждан за их инициативность. Если тебе не по душе то, чем занят Фонтейн, что ж, попробуй сам предложить что-нибудь получше. Вот еще одно было несчастье. Это нам не надо. Патрончики. Ага, тут заросло кустарником, понятно. Ух ты, блядь, вот это я набухался. Можем сваливать. Ну ладно, иду. Но кто-то должен найти способ вернуться и проверить образцы. Это очень важно. Тут вроде все обыскаешь, да? Так, так, все, здесь мы уже были. Да, нормально мы тут облазили. Еще тут осталось немножко территории. Так, давайте идемте к сохранению. Тут сохраняемся, уже в следующем видео продолжим. С вами был Олегыч, это канал Олегыч Геймс. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии. До встречи.